Так, ребятушки, ну вот пришли первые часики, которые мне нужно будет разыграть. Какие из них, еще пока не знаю, вот только первые пришли. Что у нас здесь имеется? Вот так называется моделька. Как видите, здесь написано M3 Ultra. Блазы там, тырин-тырин-тырин. Здесь что у нас? Какой-то класс там стоит. Милитари, это значит, она живучая модель, прямо очень должна быть. Далее, что у нас здесь еще есть? Здесь все данные написаны. Модель танк М3 Ультра. Bluetooth у нас есть, значит. Дисплей 1.96 AMOLED 410 на 502. Батарейка 480 мАч, 22 чего-то миллиметра, короче, пишет. И покамест, и все. Ребят, хочу сказать, что упаковочка сделана прям на славу. Даже вот с этими отрывными стикерами, видите, блин, качество, что никто не вскрывал. Ну, давайте посмотрим, откроем и посмотрим. В описании к этому видосу, а также в закрепленном комментарии, дорогие друзья, есть ссылочка со скидкой для данных часов, а также плюс подарочек. И все это на Озон. Торопитесь. Посмотрим, вот они, стикеры. Видите, показаны отрывные. Как они отрываются? Давайте посмотрим, отрываются ли вообще. Вот, смотрите-ка, что, а? Гляньте-ка, маленечко чуть. Ну, хотя здесь и с этой стороны можно будет сделать, да? Смотрите, раз. Раз. Короче, это уже не ширпотреб вам. Теперь вот так открываем коробочку. Коробочка прям вообще шикарненькая, тверденькая. Прям вообще, ну, сами видите, и картиночка соответственная. Крутая, просто крутая. Часики, смотрите, как лежат. Смотрите, а? Супер просто. Так, как они вытаскиваются? Вот так тянем. Ага, вот они вытаскиваются вместе вот с этой штукой. Значит, вот здесь они, посмотрите. Блин, молодцы, слушайте, ребята, ну прям реально молодцы. Прям реально молодцы. Я впервые сталкиваюсь вообще, вот, чтобы были часы какие-то нефирменные, да, вот так вот, Cosped, да, вот они называются, или как они там, блин, так сделаны шикарно, смотрите. Прям упаковочка вот эта вся вообще. Супер. Здесь крышечка открывается, вытаскиваем. Здесь у нас есть зарядная станция. Обычная, видите, зарядная станция, не магнитная. Дальше сам ремешочек. Ремешочек силиконовый. Нормальный пластик-силикон. В принципе, нормальный силикон. Дальше защитное стекло для часов. Прикиньте. И сами эти штучки, дрючки, которыми все надо клеить. Ну и что у нас тут еще? Еще у нас здесь сама инструкция и все остальное. Не знаю, есть русский язык, навряд ли. Английский язык, но здесь, в принципе, все есть. Вся информация присутствует, и как их соединять. У них свое фирменное из приложенице. Ну, это пока, дорогие друзья, распаковочка. Сейчас я их маленечко соединю и покажу вам, как они выглядят на руке. А уже далее, когда сделаю конкретный подробный обзор о них и что они могут, умеют. Блин, тяжелые прям, конкретно. Так, распакуем вот эту штучку, уберем. Посмотрите. Ну, выглядит реально четенько. Прям вообще хорошо. Вот что не говорите, и вообще шикарно выглядит. Научились и китайцы, да, делать, так скажем. Вот смотрите. Динамики здесь. Для микрофона не вижу. Есть тут, нет что-то. Микрофончик. Не совсем еще понимаю, но ладно, вот так. Теперь давайте-ка мы оденем ремешочек. Так. Здесь 4 кнопки, вот эти 2 рабочие, эти тоже 2 рабочие. Даже не знаю, как их правильно одеть, где вверх-то, а вверх, наверное, вот здесь. Так, и как их включить?
нажимаю, держу. Все, первое включение. Пошла вибрация. Выбор языка. Отсканируйте, чтобы скачать приложение. Сканируем. Перекидывает нас App Gallery. Видите, гугловские или еще какие-то. Скачиваем с Google. Вот оно. Приложение ихнее родное. Скачиваем. Так, все, открыли приложение. Подтверждаем. Так, здесь надо сразу зарегистрироваться. В регистрации вводим электронную почту, парольчик. А, нет, код надо получить. Поставьте говорит, галочку. А где галочку поставить? А, вот, галочка внизу. В самом низу у нас галочка. Здесь подтверждаем. Дальше получить код. Идет соединение. Код отправлен. Мы сейчас заходим, смотрим на почту код, который пришел. Вот он, код 537-147. 537-147. Так, теперь вводим пароль и нажимаем регистрация. Все, мы с вами зарегистрировались, теперь входим. Вошли в аккаунт. Теперь привязать часы. Нажали, добавить устройство, окей. Даем все разрешения, разрешение, добавить устройство. Поиск оборудования, как видите, он их нашел. Нажимаем. И у нас идет соединение. Все. Подключить. Нажимаю ОК. Готово. Подключено. Разрешите уведомления. Найдена новая версия прошивочки. Сразу, смотрите, найдена новая версия прошивочки. Нажимаем обновить. Пусть обновляется. Обновить сейчас. Другими словами, что это непростые часы, которые там... В принципе, вообще как-то непонятно работают. Здесь еще они и обновляются, ребятушки. Скажу вам, часики, видать, все-таки стоящие. Посмотрим. Зарядная станция. Смотрите, она здесь мягкая резиночка для того, чтобы она лежала и не скользила. Прямо вот лежит, видите, хорошо вообще. Не бряцает, не стучит. Обычно USB. Ну, лежать будет четенько. Почему? Потому что здесь грани сделаны именно под низ данных часов. А здесь еще и магнит. Вот контакты, магнит. Так, ребятушки, часики обновились. Вот так они выглядят. Выглядят прикольно, весят прямо они действительно классно. Есть нажатие, видите, при повороте открывается, есть режим аут и все остальное. Ну, это была распаковочка и первое включение. Далее, дорогие друзья, я похожу дня 3 с этими часами. Не со своими Samsung'ами, а именно с этими часами. Только с ними. Самсунги уберу, пока отключу. И уже потом сделаю обзор конкретно этих часов. На что они способны, что они могут и как они работают. Ну, зарядил часики до 100. Сделал яркость на полную, короче. Ну и все датчики включены. Посмотрим, как живет батареечка на данных часах.